Очередная колонна продуктовых наборов гуманитарной помощи Рената Ахметова прибыла из Днепропетровска в Мариуполь. Они предназначены исключительно для мирного населения, которое сейчас находится в зоне АТО. Продуктовые наборы будут сформированы на распределительной базе в Мариуполе. Оттуда помощь направят в населенные пункты со сложной гуманитарной ситуацией. Донецк, Мироновку, Зугрес, Курахово, Торец, Ждановку и Кировская. Ренат Ахметов поручил гуманитарному штабу доставить 2 миллион наборов. Это продуктовые наборы, гигиенические наборы и детские наборы. Всего будет отправлено 38 машин за 2 дня. Они перевезут 52 тысячи продуктовых наборов. Это почти 650 тонн.